Доброго времени суток. Имеется микроскоп МБС-10, который находится в довольно печальном состоянии. Ну, для начала наглядно покажу юстировку микроскопа. Извините, что у меня такой грязный измерительный окуляр. В этом нет ничего страшного, я им просто пользуюсь. Вот в левом канале я поставил на 0. Сейчас переставим в правый. Что из этого выйдет? В общем, понятно, ничего хорошего в этом нету. Я, насколько могу судить по экранчику видоискателя, ну, по вертикали где-то 0,2 мм. Это если смотреть по измерительному окуляру. Ну и в разные стороны. На 0,6 где-то, да? Обратите внимание, выходной зрачок. Вот здесь он смещен чуть влево, несимметричен. А здесь смещен вправо и вниз очень сильно. Так видно, что они на разной высоте. Конечно, есть зарубчики всякие на винтах. Понятно, что сюда уже лазили, юстировали. Беда тут еще с объективом небольшая, но это потом. Также не знаю, насколько видно, призмы довольно грязные. Сфокусируется, не сфокусируется. Давай фокусируйся как-нибудь на призме. Посмотреть окулярную насадку. Что тут еще можно показать? И вот так посмотрим. Так, это на экран. Видите, как мы должны одновременно в двух объективах окулярной насадки видеть край тубусов, который сейчас является полевой диафрагмой, так сказать. И когда мы смотрим на два одновременно, они должны образовывать круг. Здесь видна ступенька по вертикали и вширь. То есть не круг, а овал. В общем, все понятно с этой окулярной насадки. Так, насколько вот здесь все хорошо или плохо. Так, это так, тут какие-то разводы, кто-то спиртом чистил. Да. Вот синий рефлекс — это грязь. Здесь должно быть кирпично-красное или малиновое отражение от просветляющего покрытия. А здесь грязь какая. Ой-ой-ой. Так, здесь... Нет, никто не трогал эти линзы.
Объектив вроде бы не разбирали. Ну, ручки немножко феном там или не знаю чем оплавили, но они, тем не менее, работают, все в порядке с ними. Наклеены новые бумажки. Старые бумажки пропитываются грязью, пополшей смазкой. И когда их касается призма, их силуэт проступает через поверхность отражения. Получаются такие темные неровные полосы. Раз. Вот это обезжиренные бумажки. Черные. Так, как бы это показать? Так. Вот. Две линзы. Правая линза чистая. Левая, насколько это возможно, не очень чистая. Вот. Пожалуйста. Думаю, хорошо видно. Так, так, так. Обратите внимание, правый цвет от просветления. Я бы сказал, кирпично-красный. А слева синевой малиновый. Этот вот синева, синее просветление дает желтящую оптику. Вот. В данном случае поверх просветления у нас слой какой-то пополшей смазки и тому подобных вещей, вот, который нужно очистить. Продолжаем. Сейчас окулярная насадка отъюстирована. Вот мы ставим, стоит по левому окуляру. Так. Хуй, что разберешь по экрану видоискателя. Обратите внимание, вот так вот смотрим кольцу, зрачок расположен симметрично, призма чистая, сейчас просто посветлело, когда я закрою крышечкой, грани не будут отображаться, но ничего лишнего вроде не видно. Так, здесь... Насколько это возможно? Ну, по горизонтали я сделал симметрично, но по вертикали, насколько хватило запаса регулировки. Здесь бракованная вот эта деталь была. Одна площадка выше, другая ниже. Вот. Обратите внимание, что настроить по измерительному окуляру это недостаточно. Так, стой.
Вот если вы хотите, видите, вот здесь вот снизу подложено лезвие толщиной 1/10 миллиметра. Просто так. Вот здесь винты я зафиксировал клеем DF. Значит, еще заниматься блоком и даже объективом. И что самое неприятное, не родной ласточкин хвост. Задняя часть микроскопа не родная. Это либо подгонять, либо искать похожие. Ничего, сделаем. Сейчас будет маленький лайфхак, как собрать окулярную насадку. Кто-то любит возиться с пинцетом. Вот этот вот шарнирчик ставить на место. На самом деле все проще. Надо отсюда вывернуть втулку. Так, и одеваем. Одеваем. Так, это сюда. Так. Одели. Все. Теперь эту втулочку надо насадить на ось. Ну там ручечку накрутить, это все несложно, я не буду это показывать. Закончил юстировать вот эту вот бяку всю. Тут у нас ничего не шатается, но сейчас фокус стоит в бесконечность, чтобы показать, что такое юстировка. Не знаю, что тут будет видно или будет видно что-нибудь вообще. Так, вот так. Можно даже прибавить. Вот так, пусть будет вот так. Фокус должен держаться на бесконечности. Вот как-то так. Пришлось вынуть сетку из измерительного окуляра, потому что заказчик предоставил с приклеенными наглазниками, а я с наглазниками не могу снимать камеру. Сейчас я фокус ставлю авто. Так, теперь автофокус. Ой, что я могу тут сказать? Ход плавненький. Ни в начале, ни в конце ничего не болтается. Самым обычным личным полотном. Подгонял 6 соток. Надо будет подогнать вот этот вот ластохвост. Строго на глаз. Так.
у нас выглядит нутря. Тут все должно быть чисто и красиво. Так, ну вот просветление чистили, видимо, спиртом, не знаю, каким этиловым, изопропиловым, и размазали, как всегда это бывает, клей, которым эти линзы вклеены. Вот, получился такой синеватый слой с разводами. Вот сейчас просветление правильного цвета. Слева не очень подпорчено, а вот справа то, что надо. Кирпично-красное уходит в малиновое. Очень хорошо. Вот. Ну, тут тоже что-то подпорчено, одна линзочка. Тут уж ничего не поделаешь. Так. Я не хочу отвинчивать объектив одной рукой. Но смотреть на него нечего. Вот у меня есть обои. Вот мы будем смотреть через окуляры. Вот на эти обои. Где-то есть обои. Во всяком случае, видно, что это круг. Ну, пусть будет книжная полка. Вот так.